15 апреля президент Ильхам Алиев принял министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, управляющего директора национальной нефтяной компании Абу-Даби, специального посланника Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам изменения климата, председателя компании «Мастар» Султана Ахмеда Ал-Джабера. Глава государства отметил успешное развитие связи между нашими странами в политической, экономической, инвестиционной и других сферах. Напомнив о недавнем телефонном разговоре с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Ал-Нахаяном, президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе этого разговора была подчеркнута важность активизации совместных усилий для дальнейшего расширения сотрудничества. Коснувшись состоявшейся в марте этого года церемонии закладки фундамента Городакской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, которая будет построена в Азербайджане компанией «Мастар» Объединенных Арабских Эмиратов, глава государства выразил надежду, что этот проект будет введен в строй к концу следующего года. Президент Ильхам Алиев расценил реализацию данного проекта как хороший пример обеспечения взаимных интересов и возможностей. Глава государства подчеркнул, что с учетом высокого уровня политических связей между нашими странами, создание совместных предприятий, определение инвестиционных возможностей и реализация дальнейшей совместной экономической повестки дня, включающей участие в различных других проектах, может послужить максимальному обеспечению имеющегося потенциала. Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что визит султана Ахмеда Ал-Джабера в нашу страну будет успешным и плодотворным. Поблагодарив за теплые слова, гость передал главе государства приветствия и добрые пожелания вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов эмира Дубая Мухаммада ибн Рашида Аль-Мактума и наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бен Заида Ал-Нахаяна. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие и добрые пожелания и просил передать его приветствие Мухаммеду ибн Рашиду Аль-Мактуму и Мухаммеду бен Заиду Аль-Нахаяну. Гость подчеркнул, что Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян высоко оценивает развитие, достигнутое в отношениях между нашими странами, особо отмечает значение этих связей и намерен и дальше укреплять партнерство.